Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Пиксельмон и продолжаем ловить новых покемонов, прокачивать старых и искать приключения. Что мы будем делать в этой серии? В этой серии мы уже попытаемся доловить, точнее, доохотиться на наших тёлочек, точнее, на милтанков. Милтанк, вот. Как раз Басяндра тут заспавнилась, но, к сожалению, он под землей. Нам нужно еще немного кожи для того, чтобы доделать наш стенд крыльев. То есть кожа не нужна и для кожаного стенда крыльев, и кожа нужна также для золотого, чтобы сделать сами крылья и приработать их на кожаную, на золотую броньку. Поэтому нам нужно охотиться чуть-чуть побольше на наших телочек, да? Ух, ребята, этот Глейгер прям так мозолит мне глаза, я уже хочу его запиндолить капитаном команды, чтобы уже выложить Лукарио. Лукарио, тебе уже пора. Тебе уже пора на пенсию. Ты сотый уровень максимальный. Ты уже устал, наверное, да, столько жоп надирать. Я думаю, что да, ребята. Сколько он же жоп надрал. Он легенд даже убивал, когда нас легенды троллили. Он даже их убивал, ребята. Так что, мне кажется, Лукарио, все. Пора уже на пенсию нашему Лукарио. Или хотя бы в какой-то заслуженный отпуск, как думаете? Но нам нужно вылечить и побить еще телочек. Телочек. Ладно. Сколько там осталось? Нам нужно 4 кожи на ботиночки, 4 кожи на золотую броньку, но около 8 штук, если я правильно помню. Вот ты зараза. Ой, я там Магмара вижу, но ладно. Пропал. Ребят, смотри, сколько... А, это мы сейчас выбили, точно. Еда нормально, рыбочка, стейки, мясо. Что у нас еще есть? Яблоки, да... О, как раз заспавнились сзади меня. Так, вижу, целюсь. Опа, попали. Мой прицел никогда не промахивается, ребята, запомните это. Еще 5. Точнее, какие еще 5? Еще 3 кожицы нам нужно. Еще одну. Ну, пожалуйста, еще одну телочку, ребят. Не пропадай. Не нужно пропадать с наших глаз. Фиров. Ну что? Или экспешер, или я тебя заколбашу. Пожалуйста, Фиру. Фиру, птичка наша. Птичка наша быстрая. Стой ты на месте. Я хрен попаду в такого шустрого чертилу. Во, замечательно. И еще один пинок под зад. 10 кусков опыта. Я там Бастиода... Ху, я уже напугался, что я Бастиодона перекачал. Но нет, не перекачал. Там Анжелка, Сивадл... Ага, это мы в предыдущей серии новых покемонов взяли. Ну, Бастиодону еще 6 уровней осталось. Мы его скоро прокачаем. Ху, чайчочек, ребята. Лайк за чайчик. Вы же любите чайчик, я знаю, да? И потопали. Так, куда бы нам пойти? Мы идем словим Селеби, ребята. Вы мне не верите, что сейчас Селеби заспавнится, ребята. Вы не верите мне. Вы не верите Эдисону, что сейчас Селеби заспавнится. И правильно делайте, потому что она хрен заспавнится. В этой версии не ожидайте, что Селеби заспавнится. Не ожидайте, что там выпадет еще один экспешер, потому что всего этого не будет. Этот сезон на нас обиделся, ребята. Он нам больше ничего важного не даст. Как я даже заметил... Вы помните, когда у нас было в каждой серии, у нас было около 2-3 шайни. То есть практически в течение 5 серий, за 5 серий мы находили около 15 шайни, 10-15 шайни. Сейчас я уже где-то 10 серий не могу найти ни единого шайни, кроме конченых мэджикарпов, которые плавают возле нашего дома. Не легенд, последняя легенда это у нас был кто? Суйкун? Нет, это у нас были 2 Райкоу, которые нас троллили и заспавнились в одну и ту же серию. И все. Даже уже боссы и то как-то реже стали спамиться. А про шайни, я говорю, уже где-то 10 серий шайни не было. Ребята, нужно начинать новый сезон, вы согласны? Этот сезон на нас обиделся прям уж очень, как я вижу. Точно. Меня уже люди просили. Эдисон, пожалуйста, сходи в болото, поищи покемонов там. Я вас послушал. Идем, ребята, в болото. Опа, инферней пушка. Привет. Знаете, ребята, о чем я бы еще хотел поговорить? Мне уже не первый раз попадаются люди. Да что у меня перед глазами мелькает деревья?
Так, сейчас, ага. Мне уже не первый раз попадаются люди, которым... Я не знаю, ребят, как это можно описать, но это просто сумасшедший дом. Последний человек... Я сейчас объясню, в чем смысл. Последний человек, который мне попался по связи с этой темой, которую я сейчас назову, по поводу моей фамилии. То есть, кто не знает, меня зовут Эдуард, приятно познакомиться. А фамилия у меня, конечно, ну, не скажу, что обычная, можно сказать, в какой-то степени даже специфическая. У меня фамилия Перец, да? Звучит как-то глупо, то есть, знаете, Перец, что за хрень, то есть... Ну вы представьте какую-то фамилию, например, там, Дмитрий Помидор, или там Екатерина Огурец, то же самое, что и Перец, да, то есть овощи. Но я не знаю, почему перец, знаете, как-то ассоциируется, ну, не то, что с обычным овощем, там, да, как Настя Огурец, или там, я не знаю, еще кто-то, если бы, например, такие фамилии были. Так, я сейчас проверю, Парс у нас есть? Если бы, например, да, такие фамилии были. Но нет, Перец, ребята, это такая, знаете, как бы фамилия, то есть... Я не знаю, это ассоциируется, то есть, знаешь, такой типа перец, да, крутой перец. У меня даже, когда мне там было лет так 10-8, первый персонаж в какой-то онлайн-игре, у меня даже носил ник там крутой перец, потому что, ну, фамилия пускай будет. Ты жопочник, встань на место, я смотрите, эти танцующие мудаки. Ребята. Наконец-то. Параса у нас нету, замечательно, зато мы сейчас его словим. То есть, перец такая фамилия, знаете, ребята, ну... В какой-то степени даже смешная. И что меня люди бесят? Знаешь, последний человек, который мне пишет. Я прям его процитирую. Эдисон, вот ты мудила. Поставь себе свою фамилию и убери этот дурацкий псевдоним. Какой в жопу псевдоним? Я не понимаю, может этот дебил думает, что перец это как бы мое там псевдоним, да, что вот, мол, я такой крутой, да, уже популярный на весь свет, что я уже себе псевдонимы, да, свои придумываю, то есть, как, например, там какие-то стилисты или там актеры или еще там кто-то, Дроузи, я говорю, сейчас уже другую серию подряд Дроузи Шайни спамится. А те, кто нам нужны, например, Глейгер, да, Глейгер Шайни, я прям охренел. От такого Шани, но все же не спамится, никто не спамится. Ну ладно. То есть, псевдоним. Какой нахрен псевдоним? Я понимаю, что моя фамилия может там выглядеть как действительно какой-то псевдоним, да, как многие там берут люди в мире псевдонимы. Но нет, чувак, это не мой псевдоним. И же самое меня убедило, что ты даже не можешь написать нормально, то есть вот, нормально там поздороваться и спросить. Нет, он начал сразу на меня гнать, вот, мол, ты, вот, ты дебил там, знаешь, почему ты не можешь свое имя настоящее поставить, зачем там псевдонимы ставить? Я такой сидел и просто так сидел и вслух сказал, вот ты мудак, потому что действительно, ребята, вот такие люди, это прям дурдом какой-то, вот такие, общаться с такими людьми. Я не знаю, что ему не понравилось в моей фамилии, но я не стесняюсь своей фамилии. Знаете, ребята, когда я там учился в школе, там, в 7-8 классе, это охренеть, как уже давно было. Ну, как давно? Ну, лет так... 2-3-4... Ну, хрень, охренеть, как давно, ну, около лет 8 даже. Я точно не буду считать, но где-то так. То есть, когда я учился, знаете, я сначала как-то стеснялся своей фамилии, ну... Перец, а? Ну какая-то такая конченая фамилия, я не хочу, пожалуйста, уберите у меня эту фамилию, я не хочу. Но потом, знаете, потом это как бы, я думал, знаете, что меня будут потом обзывать, то есть вот перец там, знаете, и всякие, то есть я думал, что это как бы мне будет там очень оскорбительно, да, что вот такая фамилия, то есть меня будут обижать этой фамилией. Ну, ближе к такому, потому что я за свою жизнь я поменял три школы, то есть. От 1 до 5 класса я учился в одной школе, от 6 до 9 класса я учился в другой школе, и от 9 до 12 класса, да-да, 12 я уже учился в Португалии, потому что тут 12 классов. И ребята, когда я пришел во вторую свою школу, то есть я так думал, а, сейчас меня... Ох, как раз, чтобы не перекачать Бастиодона, то есть я, знаете, думал, а, фамилия, сейчас меня будут обижать, то есть вот такая, мол, у этого пацана там фиговая фамилия, фу, он там ла-ла-ла-ла-ла, ну, по сути, там, когда я уже там сдружился, с новыми людьми, когда я перешел в новую школу, то у меня было такое, что это моя фамилия, это моя кличка по жизни, то есть
Меня не называли там Эдик, не... меня целую жизнь, даже тут в Португалии, меня зовут по имени Перец. То есть для пацанов у меня всегда кличка Чары. там, кличка была Перец, да, то есть меня там называли Перец, вот. Ну, просто это даже не обидно, как-то прикольно, что там, да, Перец, вот крутой Вещал. Перец, меня так назвали, ну, по приколу, да. А девушки... О, я там вижу покебол. Сейчас, ребята. Опа. Вещал. Давай, давай, я там вижу покебол, чтобы его не профукать. А, Мунстон, замечательно. А, то есть, а девушки меня там Перчик называли. То есть, знаете, у, нет такая фамилии, как, например, бывали. У меня... Я помню, у моего одного друга была фамилия там... У одного друга была фамилия Титаник. Я не помню, почему, но у него была такая фамилия. А у другого друга была фамилия Шалунок. Я не знаю, ну, Шалунок, типа там, ну, вы понимаете. А была такая фамилия. Ну и, в принципе, никто не мог там прийти к нему домой, там, да, постукать в двери и открывать двери его мамой и сказать там, а Шалунок дома, Шалунок выйдет погулять. Мама бы подумала, ты что, дебил, что ли, какой в жопу Шалунок. А даже мои родители, моя бабушка, мой дед знали, что у меня там кличка Перчик, да. То есть, когда за мной кто-то заходил в гости, там, да, мол, выйду ли я погулять, когда там мне было там лет 11-12, да, то... Даже когда за мной заходили домой, то мою бабушку там спрашивали, а Перчик дома? Она, да, Перчик сейчас выйдет погулять. То есть даже она так по приколу со мной разговаривала. И даже тут, в Португалии, прикиньте, они даже не имеют понятия, что такое означает моя фамилия, потому что я им же не буду говорить, то есть, ребята, моя фамилия Перец, и это означает, что моя фамилия означает какой-то овощ, что они... Какой жук овощ, ты чё, какой ты овощ, типа фамилия, да, странно немного. И они даже тут, в Португалии, когда я учился, ну, я в этом году, в принципе, школу закончил, там 12 классов, то даже они меня там называли по приколу, там они называли не перец, потому что они не имеют понятия, что это такое, да, а они даже называли как-то так, перец, то есть они даже не имеют понятия, что это такое, но просто как-то мне даже прижилось вот тут, что они меня так называли. Поэтому я, если честно, даже не стесняюсь своей фамилии, мне даже кажется, что это какая фишка прикольная, что какая-то там не... необычная фамилия, да, не скажу, что она прям суперская, не скажу, что она там нищий какой-то, но поприкалываться даже можно, да, когда, можно, когда меня даже так называют, то мне даже нравится, если честно, потому что я вспоминаю те времена, когда я там жил в Украине, когда меня вот так называли, то есть, когда я был в Украине, ребят, я уже живу в Португалии около 1, 2, 3, около 5 лет я уже живу, то есть своих друзей я уже не видел 5 лет, поэтому я про Украину уже практически все забыл, можно и так сказать. Так что даже если кто-то меня по приколу, да, там, с моих подписчиков называет иногда, там, перец, там, привет, да, то мне, если честно, даже иногда нравится. Мне действительно это по приколу даже как-то. Поэтому те люди, которые меня обзывают только за того, что думают, что перец мой псевдоним, а не моя фамилия, и то, что я там то такие люди просто идут в жопу. Ребята, я извиняюсь, что так неожиданно прервалось, и то, что была ночь, наступил день, но меня выкинуло, и полуторачасовой разговор вырезался, потому что, я не знаю, меня что-то заглючило, что с видеокартой какая-то хрень произошла, она перестала отвечать, поэтому мне нужно было комп перезагрузить, и какая-то часть видео просто-напросто вырезалась, поэтому больше бишарпов мы, к сожалению, не побьем, а нам остался как раз один уровень, вашу мать, через ардушка отдайте, а нет, это не через ардушка, просто смотри, как-то так, вот как-то так, он выглядит как будто башка, это крыло, а хвост, в принципе, хвост. Ух, оргазм, тихо, еще не время. Где? Мать вашу! Ну что, ребята, перцы мои крутые, да? Когда ты больше всего не ожидаешь, он спавнится.
Ребята. Наконец-то. Я думал, этого никогда уже не произойдет. Энтеюшка, спасибо тебе большое. Я охренеть. Я даже от радости экрана плевал, извиняюсь. Вам-то похрен, но я не хочу сидеть в слюнявом экране. А вы, ребята, прикиньте, то, что я только что вам сказал, то, что запись так неожиданно прервалась, и то, что я вырезал, да, там около 5 минут, там через арт летает, то, что я вырезал около 5 минут нашего разговора из-за того, что запись прервалась. И то, что видео в какой-то степени чуть-чуть там последние минутки не сохранились, и мне нужно было вот это вырезать. А вы прикиньте, если бы... Через Ардушка, я извиняюсь, но нам нужен уровень. Вы прикиньте, если бы тогда заспамился Энтей, и у меня бы... прикиньте, если еще сейчас такая хрень... Хотя, если сейчас такая хрень произойдет, вы этого не увидите. Но все же, а вы прикиньте, если бы залагало уже после того, как заспамился легендарный покемон Энтей. Первый в этом сезоне покемон, которого я даже не ожидал, что он заспамится. Твою мать, мы перекачали Нидорину. Ну ладно, сейчас вернем эти уровни на вот этих. На Блисси, или просто оставим на следующую серию, и на следующей серии мы ее докачаем на тех же бишарпах. Ребят, это просто охренеть. Вы прикиньте, если бы реально вылетело вот час, и последние минуты записи этой серии не сохранились бы. Я бы убился, честно, потому что это момент, то, что наконец-то Энтей заспамился. Это во-первых, а во-вторых, мне бы никто не поверил, что вот, мол, не знаю, целый сезон никто не спамится, тут взяли и заспамились, да, то мне бы вряд ли кто поверил. Ух, ребята, я сделаю скрин этой записи. Я сделаю скрин этой записи. Это кайф просто. Я не знаю, честно. Все. Идем домой любоваться на нашего Энтея. Я просто охренел, когда я увидел эту запись. Я сначала подумал, прикиньте, мы где-то находимся в горах. И вы прикиньте, если бы где-то рядом был маленький кусочек саванны, именно там бы заспанился Райкоу. Но нет. Ух. Ребята, заспавнился Энтей. Я уже думал, он никогда не заспавнится, но он заспавнился. Ребята. Значит, разговоры о моей фамилии не прошли зря. В какой-то степени даже видите, ребята, они чем-то нам помогли. То есть нужно походу чаще свою фамилию произносить, и будут вспоминаться легенды. А ну, ребят, сейчас давайте попробуем. Перец. Мы все тут крутые перцы, и прикиньте, сейчас Райкоу заспавится. А нам Дитто нужен. Нам Дитто нужен, точно. Ну чё, Райкоу перец, вылезай. Знаете, я как раз говорил тогда о том, когда мне пришла в голову такая приличная идея, то есть какой-то... Как это называется? То есть, я не знаю, ребята. Я не знаю, как это можно назвать. О, там Шайни, но это Мэджикарп. Диглет, ну, еще лучше. То есть, я не знаю, как это называется. То есть, знаете, как того же PewDiePie, да, то есть, все его знают, у него какая фишка есть. То есть, у него там брофист есть, да, то, что он, типа, там, когда... Бро-армия, то есть, его армия подписчиков, да, бро, там, все его братья, он, типа, так делает. Ну, брофист или как, я уже забыл, я уже давно его не смотрел, но что-то в этом роде, да. То я сделаю свою... Пеппер Арми, то есть мы крутые перцы будем. Я не знаю, может это выглядит глупо, но мне кажется, это прикольно, то, что у меня будет какая-то своя фишка, и со временем, может, это даже получится, и мы будем как-то вот так даже прикалываться. То есть, смотрите, есть люди, которые мне даже пишут в том же ВКонтакте, или, например, в комментариях вот тут, под видео, так, а под видео то, что, например, то, такие... Ну, скобки, и вот мой комментарий, так и пишут. Вот мой комментарий, потому что я не знаю, что мне написать. То есть, я не знаю, что мне сказать о этой серии, и вот тебе мой комментарий, обычный комментарий, да? А я давайте сделаю так. Давайте в этой серии
проэкспериментируем. Смотрите, если вы не знаете, что написать, или, допустим, если вам понравилась эта серия, то давайте напишем как-то, чтобы знать, чтобы у нас была своя собственная фраза. То есть, чтобы мы так общались. И когда я, например, увижу эту фразу в своих комментариях, то я сразу пойму, что тому человеку, который написал эту фразу, эта серия понравилась, и то, что эта серия удалась, да? Давайте так, каждый из вас, которому понравилась эта серия, потому что плюс к тому еще ЕНТ, заспамим, сейчас мы на него посмотрим. Давайте сделаем так, если это получится, то будет это нашей какой-то фирменной фишкой, то есть армия крутых перцев у нас будет. Перцев и, ну меня же, наверное, может девушки смотрят, вы же смотрите меня или я ошибаюсь? Хрен его знает. Ну вроде там парочку есть, ну тогда перцев и там... перчинок, что ли, хрень какая-то, ну ладно. Если... крылья уже сделаем в следующей серии, я хотел в этой серии, но, ребята, нет, все, хватит. В этой серии нам уже НТЯ хватает. Бастиодона как раз можно выкладывать. Ребята. Вот сейчас оргазм, давай, происходи. Ох, кайф. О, все, кончился как-то быстро. Но все же, ребята, НТЮшка наш любимый, мы даже на тебе покатаемся. Если бы я мог, конечно. НТЮшка, мы даже на тебе покатаемся. Мой любимый НТЮшка. Я уже думал, ты никогда не вылезешь. Это исторический момент. НТЙ, мы тебя все любим. Только мне нужно что-то выложить, а то у меня опять засранный весь рюкзак. Вот так. НТЮшка. Ты нас обрадовал очень. Я уже потерял веру во всех легенд в этом сезоне. Но нет, ты нас не разочаровал, да? Но все же, ребята, давайте сделаем так. Если вам нравится серия, или вы там, например, не знаете, что написать, или даже знаете, что написать, давайте фирменная... как-то... как это назвать? Не то, что фирменная фраза, а фирменная вещь какая-то там будет. Я пойму, что вам понравилась серия по этой фразе. Давайте так. Если, например, под видео в вашем комментарии, или, например, вы там написали, да, мол, да иди ты в жопу, не сейчас. Если, например, вы там написали, мол, Эдисон крутая серия, там круто, вот заспавнилась легенда, и в конце напишите как бы вот так. То есть... мы крутые перцы. То есть это будет наша фирменная вещь. То есть... все, это наша армия, ребята. Вот, например, саб... армии, это как бы армия подписчиков, да, но это как бы понятно. А чтобы была фишка, а раз я уже говорил о своей фамилии, то значит у нас будет крутая банда перцев, банда крутых перцев, вот. И кул пеппер арми. Кепа, нет. CPA, и вот так, или, например, даже вот так. PA. Pepper Army. Все, ребят, это будет наша фирменная фишка. Вы вступаете в мою банду крутых перцев. Да, мы все такие мачо, мы крутые перцы, ребята. Это будет наша фирменная фишка. Например, вот так. Вот, например, мол, крутая серия, Эдисон. Хорошо. Хорошо, что ты словил легенду, да? Вот, например, вот, легенду. Вы написали эту фразу, все, то есть. И в конце, если вы напишете, допустим, так. Или ПА, я пойму, что вам понравилась серия. Или, например, даже вот так. Мы крутые перцы. И все. То есть это будет наша фирменная фишка, ребята. Если, например, я в вашем сообщении увижу то, что вы там написали. Мы крутые перцы, то я пойму. То есть это будет наша фирменная фишка. То есть никому не горите, это только у меня такое. Это фишка. Моя фишка, то есть специально для вас, мои любимые подписчики, кто меня ценит, и я вас тоже ценю и люблю, а не вот такие мудаки, которые пишут, мол, Эдисон, ты дебил, убери это конченый псевдоним Перец и поставь свою собственную фамилию. Ну извини, я сейчас побегу в паспортный стол и поменяю свою фамилию на какую-то другую, потому что она тебе не нравится. Ну, это тому чуваку адресовано. 10 вещей выкинуть, да. Поэтому, ребята, это будет наша фирменная фишка, да. А вот эту еще хрень, сейчас, ребята, секундочку.
Дайте-ка я выкину то, что мне не нужно. Это. О, хотя нет, мне вот так. А мне вот это нужно. То есть шерсть не нужна. Так, это выкидываем. Замечательно. Вот так, обновил. И, в принципе, ребята, это будет наша фирменная фишка. То есть, если я увижу вот такое сообщение в конце вашего, такую фразу или такую вещь, где-то хрень, а? Вот так. И, как я написал, мы крутые перцы, то я пойму, что серия удалась, что вы поняли, что я имею в виду. То, что вы вступаете в банду крутых перцев. То, что, ребята, мы сейчас будем рулить, потому что мы крутые перцы. И я пойму, что просто серия напросто удалась, что вы меня поняли, что вы со мной, что вы мои подписчики, ла-ла-ла-ла-ла, и то, что мы все кул. И то, что мы слабили НТ, потому что, ребята, это праздник. Был у меня бы еще чайчик, я бы выпил, хотя чуть-чуть еще есть за вас. И НТ-ушка. Три легендарных пса. Наконец-то. Я уже думал, этого никогда не произойдет. Это никогда не произойдет. Но 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ладно, сейчас мы вот это быстренько выкинем. 8, 9, 10. Я что-то поднял, да, вот это я поднял, но ничего страшного, я сейчас обратно выкину. Фу, круто, ребята, круто. Да. Ну, хотя бы радостная вещь, то, что мы наконец-то словили Энтея. Это охренеть. Огненную легенду. И не Молтреса какого-то там, а Энтея. Ребята, это праздник, честное слово. Я уже думал, это никогда не произойдет. Ах, вторая Блисси. Нету больше такого уровня, не? Ну ладно. Третья Блисси. О, 45 уровень, главное не перекачать. Начинаем мы качать, ребята, Глейгера. Я никогда этого не делал. Это какая Блисси? Третья, да? Еще 7 Блисси. Я никогда этого не делал. Я никогда не переименовывал своего покемона. Но сейчас я сделаю. Специально для нашей, ребята, новой армии подписчиков. Только я не представляю, как это делать. Ребята, я буду очень благодарен, если вы мне напишите. Я просто никогда это не делал. Глейгер, то есть, ага, вот наш крутой перец. Ренейм. Все, ребята, наш капитан как-то так сказал, крутой перец. Все, ребята, мы начинаем его прокачку, наша четвертая Блисси. Следующим капитаном у нас будет Глейгер. Юр, крутой перец Гайнет. Все, ребята, мы сейчас модные, мы сейчас йоу-йоу-йоу. Так что я даже сделаю фишкой от своего. То есть я даже собираюсь с Ферамирами, там, другими людьми сделать четвертое, да, это пятое. Сделать клан в GTA. Я даже назову его Pepper Army, то есть армия моих подписчиков, то есть крутые перцы. Я знаю, поначалу это может казаться прикольно, но у всех популярных людей, я не знаю, просто я даже об этого не думал, мне как-то сейчас просто в голову вот это пришло. То есть, а почему бы свою фишку не использовать, да? Может кому-то, как, например, вот тому чуваку, который меня не понимает, что написал, мол, там, Эдисон, придурок, поменяй свою фамилию, сейчас я побежу, поменяю. Может, конечно, не понравится, но проверенным людям, я просто сейчас сделаю, чтобы переспавнились покемоны. Я надеюсь, они так переспавнятся, но нужно уйти сначала, например, ла-ла-ла-ла. О! А прикиньте, Кьогри сейчас заспамится, или Луги. Ага, хрен. Ну, Энтей, ладно. Энтей хватит, все. На эту серию. В следующей серии кто-то новый, спамьтесь. Я надеюсь, вы заспамитесь, потому что я только имею в виду в этой серии. А так, не, так, спамьтесь, конечно. Еще 5 Блисси, да? Оо. То есть, ребята, будет наша фишечка. Да, кому-то может еще 4. Может кому-то показаться, что это глупо. Но в конце концов, мне кажется, со временем это 5-6. Еще 3 или 2. Ладно. То есть,
со временем это может даже и привыкнуться, и мы будем так общаться, как будто мы действительно одна банда, один клан какой-то, я не просто там какой-то ютубер, которого вы смотрите и просто-напросто, ага, вот Эдисон классный, написал комментарии, а мне похрен, то есть срать на ваши комментарии, я даже их не читаю. Но это не так, то есть я... Мало того, он уже сам будет рулить. Давайте. Еще одну Блисси. Ну, норм. Норм. Хватит. Фу, в следующей серии поменяем. То есть это даже какая-то будет наша фишка, да? То есть, например, я потом кланы где-то буду создавать, как в GTA-шке, например, или еще где-то. И, в принципе, это будет наша фишка даже какая-то. Вот, мол, там, мы так будем общаться. То есть, будем так... Pepper Army, мы крутые перцы. И, в принципе, мне даже кажется, это может приживется, и это будет какой-то даже моей фишкой. А, и, например, будет так говорить, о, напишите в комментариях, мы крутые перцы, за удачную серию, или там... PA, да, как я вот, например, так писал. Ну, посмотрим, ребят, я не знаю, может, у меня сейчас какой-то ночной бред, потому что у меня час ночи, я сижу для вас серию пилю, хотя уже, в принципе, спиканькать нужно. Почему я сказал спиканькать? Ну, ладно, что-то я говорю, просто бред в голову лезет посередине ночи. Но все же, может, я завтра проснусь и пожалею, что я такую хрень какую-то замутил, потому что ночью, вы знаете, и перед сном, когда ложишься спать, то всякая хрень летит в голову, то, что ты... Что бы ты там делал в следующей жизни, или что там ты делал 10 лет назад, или что ты будешь делать, потому что ночью всегда какая-то хрень в голову прилетает, когда тебе это просто нахрен не нужно. И когда ты идешь спать, да? А днем у тебя чистая башка, а ночью она засоряется, можно и так сказать. Может, я завтра пожалею, что я такую хрень сделал, а может, это приживется и будет нашей какой-то фирменной фишкой, потому что если у меня есть какая-то маленькая хотя бы фишка, почему бы ее не использовать, да? Поэтому, ребята, посмотрим. Я надеюсь, вы меня поняли в комментарии, если вам понравилась эта серия. И, ребята, на этом мы будем заканчивать. Ставьте лайки, если набираем 500 лайков, сразу же выходит новая серия. Пишите комментарии, вы знаете уже какие. Подписывайтесь, кто не подписан, вступайте в нашу армию. И, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи. Попрощаемся с нашим НТ-юшком. Я не могу нарадоваться. И на этом, ребята, мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр еще раз. Всем удачи и всем пока. Не жопой повертайся, а лицом повернись и попрощайся нормально по-людски, паскуда. Всем пока.